От социально направленных организаций перейдем к социально-трудовым отношениям. Главное – это соблюдение трудового законодательства и предоставление гарантий для высвобождаемых работников. Об этом заявили сегодня на заседании трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Отметим, что в республике о высвобождении около 3000 работников заявили 453 предприятия. В свою очередь профсоюзы будут настаивать на соблюдении работодателями трудового законодательства, подчеркнул председатель Федерации профсоюзов Якутии Николай Дегтярев. Кроме того, на заседании рассмотрели вопрос о привлечении иностранных работников в 2016 году. По отраслевой принадлежности, по которым у нас основной спрос у работодателей, это, конечно же, строительство, обрабатывающие производства, транспортные услуги. Также по профессиям, которые наиболее востребованы на рынке труда, которыми мы не можем закрыть своими трудовыми ресурсами.